Легендарный ТТ. Сильный безотказный пистолет. Сконструированный специально под мощный маузеровский патрон калибра 7,62 мм «Тульский Токарев» останавливал даже бронемашину. В 50-е годы ТТ заменили на более современный пистолет Макарова, но ТТ по-прежнему продолжал нести службу, оставаясь на вооружении инкассаторов и сотрудников неведомственной охраны. В 90-е с пистолетом ТТ произошла страшная метаморфоза. Дешевый в производстве и сборке пистолет стал идеальным одноразовым оружием, которое, как правило, бросали рядом с телом жертвы. Прославленный боевой ТТ превратился в «Татошу» – любимое оружие киллеров и дорогой товар на черном рынке оружия. Но самыми ценными считались пистолеты, в биографии которых не было криминального прошлого. Чистое оружие ценилось в буквальном смысле на вес золота. На 5 декабря 1993 года в дежурную часть ГУВД Москвы поступило сообщение о вооруженном налете на караульное помещение военизированной охраны станции Люблино Московской железной дороги. Убиты двое караульных, третий ранен. В дежурной части сразу поняли, что произошло. По-видимому, случилось то, что должно было рано или поздно случиться. Товарная станция, забитая составами с разнообразными грузами, охранялась в обычном режиме. Ночным караулом из трех вохровцев, по сути обычных сторожей, вооруженных только пистолетами старого образца. Была объявлена общегородская тревога. Одновременно с группой немедленного реагирования МУРа на место происшествия выехали опергруппы из близлежащих отделений милиции. Однако по прибытии на место оперативники почти сразу поняли, что они столкнулись не с обычным ограблением товарной станции, а с гораздо более опасным преступлением. Бандитов интересовали не грузы в вагонах, которые остались нетронутыми, а оружие. Но не то, что было в кобурах караульных. А старые, давно снятые с вооружения пистолеты, хранившиеся в сейфе оружейной комнаты, пистолеты ТТ, 50 штук. Оставшийся в живых караульный Кирсанов спал на втором этаже. Услышав шум, он быстро спустился вниз. Кирсанов попытался оказать налетчикам ожесточенное сопротивление. Но силы были слишком неравны. Трое, по-видимому, молодых и крепких бандитов против одного пожилого вохровца. Во время допроса Кирсанов честно признался, что растерялся и попросту испугался стрелять из своего табельного пистолета. Ни у кого из оперативников не поднялась рука привлекать к уголовной ответственности пожилого человека, которому оставалось несколько месяцев до пенсии, за то, что не захотел погибать в неравной схватке с бандитами. Несмотря на все предпринятые усилия взять налетчиков по горячим следам, не удалось. И на утро Московская городская прокуратура возбудила по факту нападения уголовное дело. Возглавить следственную группу поручили старшему следователю по особо важным делам Михаилу Романову. Я понимал, что в моем распоряжении крайне мало времени. К тому же чистое оружие не похищается для целей самообороны. Оно предназначено, как правило, для киллеров. А киллеры должны были взяться за дело уже очень скоро. Но предотвратить беду можно. И только одним способом. Прежде чем оружие дойдет до рук наемных убийц, оборвать эту дьявольскую цепочку. В любом месте.
любой ценой. Вести расследование только обычными методами не было времени. Тем более, что дело о похищенном оружии взял на контроль лично министр внутренних дел. Внешне незаметно, но плотно были перекрыты все въезды и выезды из города. Круглосуточно шли облавы в притонах и сомнительных заведениях. Осуществлялся прессинг всех известных органам правопорядка, воров в законе и авторитетов, потенциальных работодателей будущих киллеров, как, впрочем, и их потенциальных жертв. Им без лишних разговоров ставились жесткие условия. Пистолеты, пропавшие из Люблино, должны быть найдены, убийцы выданы. В результате этих решительных действий было обнаружено немало оружия, порой даже целые арсеналы. Но похищенных из караульного помещения пистолетов ТТ нигде не было. Очень скоро стало ясно, что в Люблино действовали либо какие-то залетные гастролеры, либо это была новая организованная какая-то группа, о которой пока еще в Муре не было никаких данных. Ну, как правило, для подобных ситуаций существует масса всевозможных технологий, но в данном случае ни одна из них не годилась, потому что не было времени. Хотя Романов уже достаточно точно представлял себе картину налета. Преступников было трое. Судя по тому, как четко, без лишней суеты орудовали бандиты, как по секундам были расписаны их действия, создавалось впечатление, что все происходило по заранее разработанному плану. Но где разработанному? И кем? Похоже было, что они действовали по наводке. А это означало, что либо среди сотрудников Люблинского ВОХРа, либо в их ближайшем окружении, среди родственников, друзей или даже случайных знакомых, был сообщник преступников. Только выйдя на него, можно надеяться ухватить за кончик нить, ведущую к подпольным торговцам смертью. Это был почти призрачный, но единственный шанс. И тогда Романов предложил своим коллегам из Мура пойти на небывалый риск – внедрить в Люблинский ВОХР своего сотрудника. Давно прошли те времена, когда в ВОХР, военизированную охрану Республики Советов, шли или чекисты, или проверенные революцией бойцы. Ведь им поручалось охранять правительственные учреждения и самые важные промышленные объекты в тылу, сражавшиеся на фронтах гражданской войны страны. Но уже начиная с 20-х годов ВОХР стали привлекать к охране лагерей. Их появилось столько, что войска НКВД уже не справлялись со своей работой. В послевоенные же годы ВОХР из организации со строгой дисциплиной и порядком окончательно превратился в место работы пенсионеров и инвалидов, охраняющих проходные многочисленных министерств, ведомств, складов, товарных станций и других предприятий. А в начале 90-х в военизированную охрану потянулись крепкие молодые люди, которых привлекал график работы, сутки через трое, и возможность официально иметь личное оружие. Из-за нехватки кадров проверка новобранцев проводилась формально, по принципу «был бы человек, а пост для охраны ему найдется». И вот теперь где-то среди этих людей в караульном помещении станции Люблино, возможно, затаился крот, предатель. Сообщник бандитов. На его совести были жизни уже двух сослуживцев, а в скором будущем еще по меньшей мере 50 человек. Если, конечно, Романову и тому, кому предстоит этого крота выявить, не повезет. Главным лимитирующим фактором для оперативников было время. Похищенное оружие может начать стрелять в любой момент. И в Муре решают пойти на риск. Внедрить своего сотрудника в коллектив ВОХРа со сверхопасным заданием нужно немедленно, без подготовки и обязательной в таких случаях подстраховки. Побывав на станции для якобы еще одной криминалистической экспертизы, оперативники установили в караулке и вокруг здания скрытые видеокамеры. Они могут помочь вычислить преступника. Но его нужно заставить проявить эту преступную сущность. Внедряемому оперативнику придется каким-то образом спровоцировать крота на активные действия. И действовать придется на ощупь, вслепую, то есть самому стать кротом. Лейтенанта Алексея Зубанова срочно вызвали из отпуска и тут же начали операцию по его внедрению в систему ВОХР.
Когда мне было 22 года, я пришел в МУР из райотдела милиции, и когда меня к себе в кабинет вызвал начальник второго, как мы его называем, убойного отдела МУРа, Виктор Голованов, и объяснил всю ситуацию, я не до конца понял ее серьезность и отнесся к ней несколько легкомысленно. На легендирование лейтенанта Зубанова почти не оставалось времени. Новые документы, выписки из личных дел, многочисленные справки из организаций, дома управлений, ГАИ, словом, все, что сопутствует реальному человеку в жизни, пришлось делать в попыхах. Это увеличивало риск случайного провала Зубанова, который отныне стал Зубаревым, сибиряком из Иркутска, который приехал в Москву в желании устроиться на непыльную работу, связанную с избытком свободного времени и возможностью иметь личное оружие. Мое внедрение прошло на редкость гладко, хотя каждый раз приходилось держаться на чеку, ведь я попал в непривычный для себя не милицейский коллектив, кругом были гражданские люди, у них была своя психология. И с учетом этой психологии нужно было строить взаимоотношения с новыми товарищами. Основная трудность заключалась в том, что коллектив ВОХРа, куда попал сотрудник МУРа, состоял из разных, но вполне нормальных и законопослушных людей. И если среди них действительно был преступник, то нужно было найти общий язык и с ним. Но главной моей задачей было показать, что я человек, способный нарушить закон в любой момент. Показать, что я разгильдяй. Параллельно с внедрением Зубанова шла интенсивная разработка всех сотрудников ВОХРа. Их родных, знакомых, всего больше сотни людей. Аналитические службы МУРа, по сути, искали иголку в стоге сена. Времени катастрофически не хватало. Шли дни. Оставалось не так много времени до момента, когда в подъездах домов и в темных переулках города заговорят первые из похищенных влюблено пистолетов. Наконец, от Зубанова пришло первое известие. С первого дня в ВОХРе меня стал опекать помощник начальника караула. Чем уж я ему глянулся, я не знаю. Он был намного старше всех нас. Все его называли не просто по имени-отчеству, а Батя. Батя – это тот самый Кирсанов, которого ранили при налете и который дорабатывал последние месяцы перед пенсией. Как-то раз, заступив в очередной наряд, Зубанов, как бы невзначай, почти в шутку спросил Батю, а не боится ли он после случившегося, что их опять могут шлепнуть какие-нибудь бандиты? Батя лишь горько усмехнулся и сказал, что это вряд ли. Дескать, Вася Зив слишком умный парень, чтобы дважды соваться в одно и то же место. А потом прибавил, что менты совсем с ума посходили. Ищут, с ног сбиваются. А нет, чтобы спросить у местных жителей, кто главный бандит в их районе. Каждый ответит, что Васька Зив. Зубанов не поверил своим ушам. Как все быстро и просто получилось. Он уже знает имя того, ради кого сюда внедрен. Но информация от Зубанова новостью для МУРа не была. Она лишь подтверждала одну из многочисленных версий. В районе действительно давно пошаливала преступная группировка некоего ранее дважды судимого Зимина по кличке Зив. Банда угоняла машины, собирала дань с продавцов коммерческих палаток. Но чтобы они пошли на такое серьезное дело, как вооруженный налет, да еще с двумя трупами. Хотя любой преступник, если его не остановить, наглеет и рано или поздно переходит грань, отделяющую хулигана от бандита. Впрочем, времени на философию не оставалось. Зифа надо было брать под любым предлогом. К счастью, долго искать предлог не пришлось. Не успел созреть план задержания банды, как от службы наружного наблюдения поступает сигнал. Зив с каким-то приятелем только что угнали машину и движутся по направлению к области. Посты ГАИ получают указание беспрепятственно пропускать восьмерку белого цвета. Женщина есть!
Преступники могли быть вооружены, и брать их в городе на оживленной трассе было небезопасно. Как только угонщики выехали за кольцевую дорогу, группа захвата получает приказ – брать Зифа. Кроме Зифа и его подельника, в машине оказался еще один пассажир – девушка. Ее милиционеры чуть не отпустили, поскольку приказ был задержать только двоих мужчин. А те сказали, что взяли по дороге попутчицу. На первом же допросе оперативники решили обескуражить Зифа вопросом в лоб. Где пистолеты? Имея в виду пистолеты ТТ из караулки. На что тот спокойно сказал, что в момент задержания он сунул пистолет в сумку Катьки. Но у Катьки пистолета уже не было. Испугавшись, она выбросила его из машины, а место точно указать якобы не может. Запамятовала с испугом. Выехав на место, оперативники после долгих поисков нашли пистолет. Но это был не ТТ. Удивленные оперативники стали было выяснять, откуда у Зифа этот пистолет, думая на самом деле, почему преступники еще не пользуются результатами налета. Но во время очередного допроса Екатерина неожиданно расплакалась и вдруг заявила, что пистолет тут вообще ни при чем, а Константина убили из обреза. Все сходилось. Одного из убитых влюбленных вохровцев звали Константином. И при налете он действительно был убит выстрелом из обреза одного из налетчиков. Но радость муровцев была недолгой. Екатерина, поняв, что сболтнула лишнего, замкнулась и больше ни на какие вопросы не отвечала. Последующие дни шла напряженная рутинная работа. Сутки напролет оперативники устанавливали круг знакомых Екатерины, Зифа и задержанного вместе с ними также ранее судимого Петрова. И вскоре появился первый реальный результат. Один из соседей Зимина сообщил, что не так давно Василий просил у него на время лопату. Лопата была тупая и ржавая, а вернул ее Зиф остро отточенной и явно побывавшей за это время в употреблении. То есть на ней остались частицы земли. Что это значит? Зимин прятал оружие в тайник? Но сыщики выяснили и более странный факт. Соседка Екатерины очень удивлялась, зачем она недавно делала в своей квартире ремонт, второй раз подряд за последние полгода. В квартире Екатерины провели обыск. Квартира как квартира, обычный ремонт. Но все же решили досконально все проверить. Почему бы бандитам не спрятать пистолеты здесь? Но когда оперативники приподняли краешек линолеума в прихожей, увидели кое-что не менее интересное, чем ТТ. Следы крови. Еще одно убийство. Но как его связать с налетом на караулку Вохр в Люблино? Бандиты не поделили награбленное оружие или убрали ненужного свидетеля? Впрочем, это были уже детали. Следствие близилось к завершению, а Зубанова уже предупредили, чтобы он готовил почву для своего неожиданного увольнения из Вохра. Как сейчас помню, был четверг. Я уже досчитывал дни, когда все это закончится. Своим новым товарищам сказал, мол, буду увольняться, денег у вас платят мало, а на стороне тоже не заработаешь. Они-то вроде бы ничего, а вот батя, артист, разволновался. Ну, видно, меня принял за летуна. Судя по всему, Кирсанов и впрямь рассердился на новичка. Ему, человеку еще советской закалки, такие легкомысленные летуны, как Зубарев, видимо, были не особенно приятны. Как мог, Зубарев, то есть Зубанов, его успокоил. Приглашал к себе в Иркутск, на Байкал рыбку половить. На самом же деле он уже думал о том, как, вернувшись в Мур с выполненным заданием, тут же уйдет догуливать отпуск.
В общем, пообещал Зубанов бате и ребятам устроить отходную, как положено. А пока он готовился накрывать в Охре стол, чтобы отметить свое грядущее увольнение, на Петровке продолжались интенсивные допросы. Зив, Петров и даже Екатерина все отрицали. Никого они не убивали. Откуда кровь, не знают. Но неожиданно не выдержал Петров и сознался. Да, действительно, он убил Костю, своего подельника по банде. Убил его Петров из ревности, застав однажды в квартире у Екатерины. Проверить слова Петрова могли только, если он укажет, куда дели тело подельника. На утро поехали на место, и Петров показал, где они зарыли труп неудачливого любовника Катьки. На этот раз бандиты не врали. Было раскрыто тяжкое преступление – убийство. Но никакого отношения к событиям в Люблинской караулке оно не имело. Как, впрочем, и Зив со всей компанией. Роковое совпадение имен вохровца Константина Панина и подельника Зифа Константина Сизова сыграло со следователями злую шутку. Самое неприятное – было потеряно несколько драгоценных дней, когда сыщики шли по ложному следу. Итак, версия сослуживцев Зубанова о причастности Зифа к налету на караулку могла означать: либо они действительно невиновны и предложили Зифа в качестве подозреваемого по наивности, поскольку других бандитов в округе просто не знали, либо это сознательная дезинформация. Если верно последнее предположение, значит, Зубанова проверяли и проверили. Тогда затаившийся преступник, зная о задержании Зифа, без труда поймет, чьих это рук дело. А именно, новоиспеченного вохровца Зубарева. Дальнейшее пребывание Зубанова-Зубарева в Охре не только теряет смысл, но становится для него смертельно опасным. Мне было предложено не появляться больше в Охре вообще, то есть не прийти туда и все. Но я знал, что с моим уходом оттуда порвется последняя ниточка, которая могла пролить свет на эти события, и я просто решил рискнуть. Ничего, кроме как еще раз пойти на риск, и не оставалось. Оружие, арсенал любимых киллерских пистолетов ТТ должен быть найден. Или он, наконец, начнет свою кровавую работу. Но ни Зубанов, ни руководство МУРа, ни следователь Михаил Романов в тот момент не знали, на какой риск они идут. Утром того дня, когда было решено, что Зубанов остается работать в Охре, он, как всегда, вышел из дома и направился к своему автомобилю. И в этот момент он обратил внимание на стоящую неподалеку девятку с заведенным двигателем. Сомнений не было. Это слежка. Слежка за ним.
5 декабря 1993 года на караульное помещение военизированной охраны станции Люблино Московской железной дороги совершен дерзкий налет. Двое охранников убиты, третий ранен. Кроме этого, из оружейной комнаты похищены 50 табельных пистолетов ТТ. Сыщикам сразу становится ясно, что это и было целью нападения. В стране, где заказные убийства стали обыденным явлением, это оружие вскоре должно было начать свою кровавую работу. Шли дни, но никакие зацепки и версии не срабатывали. Тогда руководство МУРа и Московской прокуратуры решаются на беспрецедентный шаг – внедрить в коллектив ВОХРа оперативника. После обеспечения необходимой легенды лейтенант Зубанов приступает к работе. Самые доверительные отношения у Зубанова складываются с охранником Кирсановым, которого все сослуживцы ласково зовут «батя», тем самым, что чудом остался жив после налета. Однажды Зубанов узнает от бати, что налет, скорее всего, совершила банда известного в округе авторитета Зимина по кличке Зив. Но после тщательной разработки выясняется, что Зив к этому налету не причастен. Еще более уверившись в том, что преступник затаился среди стрелков ВОХРа, Зубанов продолжает наблюдение за коллегами. Но однажды замечает слежку. Слежку за собой. Несмотря на слежку, Зубанову по дороге на работу удается связаться с Петровкой и сообщить им о своем открытии. Руководство МУРа после некоторых колебаний, взвесив все за и против, решает продолжить операцию. Но теперь необходимо было подстраховать Зубанова. Немедленно к территории станции были подтянуты мобильные группы прикрытия и машины, оборудованные подслушивающей аппаратурой. Оперативники в прогретых машинах фиксировали на пленку каждого входящего и выходящего на территорию станции. Тем временем к зданию караульного помещения подъехал и сам Зубанов. Он знал, что его будут прикрывать, но риск был все же очень велик. Как только я появился в караулке, я сразу почувствовал, что-то не так. Никто мне руки не подает, смотрят меня все как на врага народа. Но думаю, сейчас что-то должно произойти, и вот... Двое уже находившихся в караулке сменщиков завели Зубанова в одну из свободных комнат, где и начался разговор, который, судя по всему, ничего хорошего ему не сулил. Они без предисловий сообщили, что из-за него теперь вдова погибшего при налете Константина Панина лишилась пенсии. Потому что Костя, как выяснилось, был связан с Зиминым, и бандиты убили его как лишнего свидетеля, который уже сделал свое дело. А кроме него проболтаться об этом было некому. Зубанов как мог пытался убедить новых товарищей, что он здесь ни при чем, но те становились все более агрессивными. Группа прикрытия уже готова была вмешаться в дело. Но события вдруг получили неожиданный поворот. В самый разгар объяснений с сослуживцами в комнату вдруг вошел батя. Кирсанов строго пригрозил подчиненным, что это они здесь устроили. Ну и что, что, мол, Зубарев новенький? Это еще не повод валить все на него. И вообще, почему вдруг решили, что это он? Короче, батя разрядил обстановку, и все успокоились. В первую очередь сам Зубанов. Позже он признается, что в первый момент чуть не бросился своему спасителю на шею. Но когда Зубанов окончательно успокоился и начал анализировать происшедшее, вдруг все понял. Каким образом могли лишить вдову Панина пенсии за связь с Зифом, если Зиф здесь ни при чем? И вообще версию о том, что к нападению на ВОХР причастна именно его банда, ни от кого из стрелков Зубанов никогда не слышал. Ни от кого, кроме бати. Итак... Значит, все, что только что произошло, хорошо разыгранный спектакль. Нужно было срочно и серьезно заняться батей.
моментально послали запросы по местам жительства и прежней службы Кирсанова Андрея Матвеевича, 58 лет, ранее несудимого, известного во второй команде первого отряда военизированной охраны станции Люблино Московской железной дороги под ласковой кличкой «Батя». И выяснились небезынтересные факты. До своей нынешней службы Кирсанов 12 лет прослужил в охране одного из исправительно-трудовых учреждений в Коми АССР, или, проще говоря, на зоне. Срочно были подняты архивы Главного управления исполнения наказания МВД. Не секрет, что за столь долгое пребывание на подобной работе у охранников и конвоиров появляются знакомые и по ту сторону колючей проволоки. Поэтому муровцы попросили выяснить, кто из находящихся в те годы в заключении воров в законе и авторитетов мог контактировать с начальником смены внутренней охраны лагеря Кирсанова. Одновременно шли запросы и на сослуживцев Кирсанова. Кто-то из них мог вспомнить что-нибудь, что могло помочь сейчас следствию, если бы оставалось время. Время, за которое это оружие уже могло конкретно пройти цепь посредников и попасть уже в руки киллеров, катастрофически просто таяло. И при каждом сообщении об очередном заказном убийстве мы просто вздрагивали. Ну вот, заговорили наши стволы. На самом деле, каждый раз оказывалось, что это, слава тебе, Господи, пока еще не наши пистолеты. Вся правоохранительная машина работала на полные обороты. Почти каждый час поступали справки, факсы и телексы. И к концу суток по возможным контактам Бати с известными преступниками начала складываться кое-какая картина. Вор в законе Захаров. Убит неустановленными лицами в 91-м году. Вор в законе Криуля. Отбывает срок. Авторитет Яшин проживает в Донецке. По информации украинских правоохранительных органов, никуда в последние два месяца не выезжал. Авторитет Байрамов осенью 93-го года освободился из колонии, но вскоре вновь попал в поле зрения правоохранительных органов. И после одной из попыток милиции задержать рецидивиста исчез. Фотографии и ориентировка на Байрамова еще раз отправляется во все отделения милиции. Авторитет Касаткин умер от туберкулеза в марте 92-го года. Вор в законе Ганин, ныне преуспевающий бизнесмен, постоянно живет в Праге. По данным Интерпола, не исключена его связь с действующими в Чехии российскими преступными группировками. Был найден и первый сослуживец Бати по лагерю. Персональный пенсионер Демченко проживал в Волгограде. К Демченко срочно направили коллег из областного УВД. Но полученная вскоре видеозапись его допроса ничего нового к портрету Бати не прибавила. Хотя о нем уже знали немало. Да, как и многие другие охранники, Батя закрывал глаза на вольготную жизнь криминальных авторитетов в зоне. Да, брал взятки по мелочам, разрешая передавать заключенным водку, чай, небольшие суммы денег и прочие мелкие радости. В общем, ничем не примечательный кум, каких в советских лагерях служили тысячи. Таким образом, главным источником информации о Кирсанове по-прежнему оставался Зубанов. Самое сложное для меня было не показать Бате, что я его раскусил. Но, с другой стороны, я должен был вызвать его на какие-то действия, заставить его суетиться. На Петровке решают пойти ва-банк. Через третьих лиц до Кирсанова была доведена информация, что их новый стрелок, то есть Зубарев, на самом деле является представителем одной из иркутских преступных группировок, специализирующихся на заказных убийствах. Он был послан к ним, чтобы выйти на чистое оружие быстрее милиции. Для подкрепления версии в один из ближайших дней по телевидению был показан сюжет о реальной иркутской преступной группировке, специализирующейся на заказных убийствах. Причем при этом были упомянуты фамилии, которые до этого уже назывались Бати. Ответа долго ждать не пришлось. Возникли и непредвиденные сложности. То есть мы выяснили, что сотрудник наш, вот человек в Охре, стал проверяться. Тем временем кто-то очень настойчиво, хотя и осторожно, продолжал интересоваться распорядком дня сотрудников неведомственной охраны Зубарева.
То неожиданно к телефону позовут на службе, то телефонный звонок раздастся в квартире. В трубку либо молчали, либо говорили, что ошиблись номером. Однажды кто-то позвонил в домоуправление, якобы из военкомата, и стал наводить справки о старшем сержанте запаса Зубареве. Теперь еще чаще за Зубаревым, то есть за Зубановым, стали наблюдать хвост. Неприметная серая девятка трогалась с места и сопровождала от дома до станции. И наоборот. Обстановка накалялась. Группа подстраховки буквально дежурила у дома и автомобиля Зубанова. Если это были конкуренты по поиску оружия, поверившие в легенду Мура о бандите из Иркутска, то рано или поздно они пойдут на ликвидацию Зубанова. А если он все-таки провален и за ним охотятся как за внедренным милиционером, то преступники могут попытаться вновь пустить его по ложному следу, предложить очередные, не менее красивые, чем паразифы, сказки. То есть преступники будут тянуть время, пока оружие не окажется в надежных руках. В руках убийц. Но события стали развиваться более чем стремительно. В один из дней Зубанов, как обычно, под двойным наблюдением, добрался домой и направился к своему подъезду. В этот момент ни разу до этого не выходившие из машины неизвестные стремительно покинули девятку и направились за Зубановым. Времени на размышления не было. Оперативники бросились спасать своего товарища. Но те, видимо, были готовы к такому повороту событий. Один из неизвестных, опередив на мгновение оперативника, бросился бежать. После предупредительного выстрела в воздух последовал выстрел на поражение. И убегавший был убит. Проверка показала, что погибший – это неоднократно судимый Игорь Костенко по кличке Кость. А задержанный водитель «девятки» отношения к делу не имел. Когда же сыщики копнули чуть глубже, выяснили совершенно поразительный факт. Костенко состоял в ближайшем окружении авторитета Байрамова. Того самого Байрамова, который сидел в том самом лагере, в охране которого служил нынешний вохровец Батя. Федеральная разыскная машина заработала на полную мощь. Облавы, повальные аресты членов и лидеров преступных группировок второй раз за последние 3 недели потрясли криминальный мир Москвы. Поставленное перед ними на этот раз условие было единственным, но очень конкретным. Где скрывается Байрамов? Его связи, контакты, места возможного появления. Но Байрамов словно в воду канул. А тем временем была получена санкция прокурора на прослушивание домашнего телефона Кирсанова Бати. Рядом с его домом в машине постоянно дежурила оперативная группа. Но Батя не выказывал никаких признаков беспокойства. Обычный холостяк, старый служака, спокойно дослуживающий последние месяцы перед уходом на грошовую пенсию. Продолжали раскручивать и единственную ниточку, которая была в руках сыщиков, убитый в перестрелке с оперативниками Костенко. Выяснили, что в команде Байрамова он курировал несколько ларьков в районе метро Щукинская. Подозрительных людей там околачивалось немало. Особенно часто туда заходил некий Чентурия. Он вполне мог быть связником находящегося в бегах Байрамова. Мур решил рискнуть еще раз. В ходе намечавшейся в эти дни плановой общегородской операции оперативники решили провести обыск и у Чентурии. В надежде найти подтверждение его связи с Байрамовым. Но вместо этого нашли то, на что уже, честно говоря, не надеялись. Пистолет ТТ. За считанные минуты компьютер центральной базы данных ГУВД Москвы выдал информацию. До пропажи пистолет числился на вооружении 2-й команды 1-го отряда ВОХР станции Люблино Московской железной дороги.
На допросе Чентурия показывает, что пистолет он купил якобы для личной безопасности через одного своего знакомого по фамилии Крысин в киоске возле метро Щукинская, где на него, как известно, и обратили внимание сыщики. По данным Центрального адресного бюро, в Москве было зарегистрировано несколько десятков Крысиных. Но в картотеке Мура числился только один из них по кличке Крыса. То, что и он оказался приближенным авторитета Байрамова, на Петровке уже никого не удивило. Круг замкнулся. Налет на Вохор влюблено. Батя. Байрамов. Крысин. Пистолет. Но что делать Зубанову, пока не соберут все необходимые улики? Один раз у бандитов не получилось убрать нашего сотрудника, но это могло бы получиться в любой другой раз. Медлить или испытывать судьбу еще раз было рискованно, и Романов дает распоряжение задержать Крысина. Если все пройдет гладко, то Зубареву заступать на следующее дежурство уже не придется. Группа захвата по тревоге выезжает по адресу Крысина. В квартире у него обнаруживаются 4 пистолета ТТ из похищенных при налете на караульное помещение «Вохор» в Люблино. На очной ставке с Чентурия и продавцом киоска Крысин понимает, что запираться нет смысла. А нести одному всю ответственность за налет на Вохор с двойным убийством ему и вовсе не хотелось. И он раскалывается. Некоторое время назад Байрамов сказал ему, Крысину, что наклевывается выгодное дело. В одном месте можно взять целых 50 ТТ. И все потому, что у Байрамова там якобы верный человек. 5 декабря они с Байрамовым и Костенко, оказавшись на территории станции, перерезают провод сигнализации и врываются в караулку. На следственном эксперименте, когда дошли до момента, как бандиты убивали дежурных, Крысина попросили уточнить, с какой именно точки он стрелял в Панина. Крысин неожиданно задумался, после чего не очень уверенно показал, с какой. И в этот момент Романов понял, что именно все время терзало его при анализе сцены налета. Вохоровец Константин Панин был убит выстрелом в затылок. Но у меня возникал вопрос. Не мог же он не слышать, как в помещение кто-то ворвался? А если он слышал, почему тогда стреляли не в лицо? Сопоставив теперь показания Крысина и упрямые факты криминалистической экспертизы, Романову стало все ясно. Панин и не мог слышать, как кто-то врывается в караульное помещение, потому что никто и не врывался. Если бы Константин Панин действительно услышал, как в помещение кто-то вбежал, он должен был бы повернуться лицом к двери, и тогда пуля никак не могла попасть ему в затылок. Пришлось попотеть, прежде чем мы в деталях реконструировали всю картину налета. И вследствие эксперимента было выяснено, что стрелять в затылок Панину мог только один человек – Кирсанов. Открылась самая большая загадка следствия. Никакого вооруженного налета вообще не было. Все сделал сам батя. Тщательно разработал план преступления. В условленное время застрелил своих товарищей. После чего впустил в караулку сообщников, которые как по нотам разыграли налет. А затем инсценировал покушение и на себя самого. Как только нам стало ясно, какому риску мы подвергаем жизнь нашего сотрудника, я немедленно выслал по адресу Вохора группу «Захват». Оперативная группа подоспела за полчаса до конца смены. Но кто знает, что предпринял бы Кирсанов, если бы оперативники приехали чуть позже, когда он наверняка бы уже знал о задержании Крысина. We'll be right back.
Андрей Кирсанов, он же Батя, сопротивления не оказал. Более того, старался произвести впечатление старого и немощного человека. Правда, после допросов Кирсанова, когда постепенно сложилась вся картина беспрецедентного преступления по поводу этой немощности, возникли серьезные подозрения. После освобождения из колонии Байрамов встречается в Москве со своим давним знакомым Кирсановым и узнает, что у него на работе в оружейной комнате хранится личное оружие бойцов ВОХРа – полсотни пистолетов. Байрамов намекает, что может через свои связи в криминальном мире обеспечить их сбыт заинтересованным лицам по очень хорошей цене. Мол, такие классные пистолеты профессиональные киллеры оторвут с руками. Бандиты успешно осуществляют свой план, но потом, как показал Крысин, Байрамов куда-то исчез. Хотя они договорились встретиться на следующий день после налета. А спустя некоторое время Крысину позвонил Кирсанов и предложил встретиться. Батя передал привет от Байрамова и сверток с 5 пистолетами ТТ, которые Байрамов просил реализовать в качестве пробной партии. Сам Крысин торговать оружием поостерегся, но один пистолет через своего знакомого палаточника все же продал Чентурии. Пожалел приятеля, мол, тот давно хотел иметь личное оружие. Когда в караулке появился Зубанов, Кирсанов с подозрением отнесся к новому охраннику, но признался, что у него и в мыслях не было, что тот – самый настоящий Шарапов. А вот мысль о конкурентах-бандитах была, поэтому и запустил версию про банду Зимина и установил слежку за Зубановым. А когда по телевизору показали сюжет об иркутских киллерах, батя не на шутку перепугался. Если новый сотрудник приехал из Иркутска за пистолетами, то особенно долго с ним чикаться не станут. Иркутские братки не милиция. Как только раскусят, у кого пистолеты, то сразу же возьмут Кирсанова за горло. Лжезубрева необходимо было убрать, и как можно быстрее. И Кирсанов организует на него покушение. Теперь в следствии оставалось только поставить последнюю точку, выяснить местонахождение авторитета Байрамова и задержать его. И здесь Кирсанов умудрился преподнести сыщикам еще один, на этот раз уже последний сюрприз. В конце концов, Байрамова нашли закопанным в огороде на даче Кирсанова, то есть Бати, как называли его сослуживцы. А он называл их сынками, в том числе и Костю Панина, и Юру Мешкова, которых хладнокровно убил ради оружия. Вернее, ради денег. Они оказались намного ценнее человеческой жизни, которая, по мнению бывшего лагерного охранника, вообще ничего не стоит.